церкви эта неделя, ну, смотри, называется Фомина неделя. Читали сегодняшнее евангельское чтение, как Фома, ну, то есть случай с Фомой, что он не поверил, что не поверю, пока сам это не вложу в персты и не увижу, не поверю. Вот. И, как говорит, не будь неверующим, но верующим. Итак, снова является Иисус и не ожидает, пока Фома станет просить его или скажет что-нибудь подобное. Но еще прежде, чем тот сказал что-нибудь, исполняет его желание, показывая тем, что он был с учениками и в то время, как Фома говорил с ними. Он употребил те же самые слова, сильно укоряя его и вразумляя, на будущее время сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и подай руку твою и вложи в ребра мои», прибавил он, «и не будь неверующим, но верующим». 20 глава, 27 стих. Видишь ли, что сомнение происходило от неверия, но так было прежде, чем получили Духа Святаго, а после не так, они уже были совершенны. И не этими только словами Христос укорил, но и дальнейшими, когда Фома, удостоверившись, успокоился и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Христос сказал: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны, не видевшие и уверовавшие». 29 стих. 28. Вера в том действительно и состоит, чтобы принимать невидимое. Вера же есть осуществление ожидаемой и уверенность в невидимом. Послание к Евреям, 11 глава. А блаженными он называет здесь не одних только учеников, но и тех, которые уверуют после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели и уверовали. Однако же они ничего подобного не требовали, но от погребальных пелен тотчас приняли слово о воскресении. И прежде чем увидели самого Христа, уже показали полную веру. Итак, если кто и в настоящее время скажет, как бы я желал жить в те времена и видеть Христа с чудодействующим, тот пусть подумает, что блаженны не видевшие и уверовавшие. При этом случае справедливо может прийти в недоумение, каким образом тело нетленное имело на себе язвы и гвоздинное, как возможно было касаться его смертной рукою. Но не смущайся, это было делом снисхождения. Тело столь тонкое и легкое, что вошло сквозь затворные двери. Очевидно, чуждо было всякой дебелости, но Христос показывает его таким для того, чтобы уверить в воскресение и научить, что именно он был распят, а не другой воскрес вместо него. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.